Ну, то есть... Значит, вошел... Значит, ну, вот и я зашел. Я так, значит, и в чем у нас причина? Да, причина. Да. Причина в том, ну, что мы сейчас вот пошли в простую. Компания простой. Компания DTEC вывела, да, DTEC Добропулевля. Просто у компании DTEC есть... компания «Павлоград Уголь», тогда «Павлоград Уголь» и «Добропольный». Так как наш уголь брала «Центренерго», а сейчас оно не берет, сжигает мазут и газ, то есть наш уголь стал не востребован. В результате этого нас... Некому нам, продавать? Да, никто... то есть нет, сбыта наш уголь лежит на складах, начинает уже потихоньку гореть. А сколько запаса? Ну, значит, там где-то около 300 тысяч лежит на складах. 300 тысяч, да. Я понял. Так, то есть вы требуете, чтобы... Да, что? Чтобы государство решило этот вопрос, потому что государство является гарантом. Так ДТЭК это же частное предприятие. А кто выше у нас, государство или частная компания? Ну, конечно, государство, но... Государство. Государство а вы обращались должно... именно в ДТЭК? У меня вот здесь, наверное, писем 15. Начиная, они... да, президент, премьер-министр, кабинет министров, прокурор, генеральный прокурор. Ничего, никто ответов нет? Даже нет. Ответов нет? А если были ответы, мы бы здесь бы не находились. Угу. Понял. Государство заняло позицию непонятно какую. То есть показывают пальцем на ДТЭК, ДТЭК показывают пальцем на государство. Так возьмите, давайте мы приведите сюда и пусть покажут правду, кто виноват. А кто виноват, должен ответить, и все. Ты же подскажи, что это не собственность, а в аренде. Да, в аренде, да. Наша... А, у вас в аренде? В аренде, да. О, ну, да. Скажем, доллар аренды. Они взяли на себя обязательства на 49 лет развивать наше предприятие, увеличивая доблесть с 5 миллионов и больше, и так далее. Спасибо вам. Да, пожалуйста. А можете представиться, пожалуйста?